Всем привет, ребят, вы на канале Маргулиса, и мы продолжаем проходить Silent Hill Homecoming. Внес небольшие изменения. На компе игра начала глючить, вешать систему и все такое, поэтому решил пересесть на эмулятор Xbox 360. Соответственно, пришлось игру немного пройти заново. Пришлось пройти, и в этот момент прохождения удобнее стало играть на геймпаде, и с мобами попроще стало управляться. Не знаю, с чем это связано, может быть, руку набил, опыт появился, либо наоборот, на геймпаде тупо удобней. Тем самым сэкономил много патронов и даже хилов раздобыл как следует. Продолжаем. Мы добрались до канализации, ходим по канализации, спустили где-то в воду и, собственно, дальше продвигаемся. Погнали. Вон тут у нас сохранение. Здесь, в принципе, у нас... Я тут все собрал. Поехали дальше. Спускаемся. Кстати, тут карта удобнее видна. Сейчас, секунду. Так, вот инвентарь. Вон сколько патронов. В принципе, патроны для пистолета мне практически не нужны уже. Я ими очень редко пользуюсь, в основном даже их про запас дают. Окей, я не против. Так, хилов у нас 11 штук. Поехали. Небольшие призы почему-то. Это, видимо, так у нас эмулятор видит игру эту, но по крайней мере не вылетает, и слава богу. Так, у нас тут что? Да, ни хрена тут нету. Пошли дальше. Яркость у нас же на мощную, на полную, да? Да, все полное. И причем в консольной версии некоторые диалоги тут почему-то не озвучены по-русски, а некоторые озвучены. Почему так выборочно они это сделали, я не знаю. Но тем не менее интерфейс все на английском. Ну, на русском. Сорянчик. Так, меняем оружие. Причем нож тут довольно-таки эффективная оказалась штука. По идее, самое первое оружие, а профита с него больше. Так, это мы пока не трогаем. Давай сюда. Еще хилы. Ну, я не знаю, пока, в принципе, особо не требуется пополнять жизни. Пока просто поэкономим. Экономия тут наше все. Тут можно просто очень быстро и резко, шустро, очень можно слить на первом же мобе. Так, ух, она не двигается. Алекс, здесь еще одна дверь. Обойдем тем путем, куда мы пришли. Я тебя впущу. Причем на ПК-версии тут говорилось, что ты должен подойти к четвертому проходу. Так, поехали. Бьемся. Вот, кстати, ты куда пошел-то? Потому что большинство патронов они отбивают, а на нож как-то странно они немножко реагируют. Так, пользуемся килами, почти полностью меня отхилили. На ствол они отбивают твои патроны, как ни крути. Так, а здесь, по-моему, можно вообще просто взять и пробежать.
совершенно не деформируешь. Вот так. Тихо, не сюда. Не сюда. Просто пролетаем этих чуваков. Они не догоняют тебя. Особенно до лестницы. Первого даже можно было не убивать. Просто побежать и все. Меньше стычек, меньше ударов и все такое. Мобы тут все равно непростые. Они все равно довольно-таки сложные, хоть и встречаются не очень часто. Так, отсюда, по-моему, вот так я шел. Да, все верно. Нам к четвертым воротам. Да-да-да. Конечно, первым делом. Не обращай на них внимания. Они просто появляются тут. Рандомно. Ну, не рандомно, они тут всегда респавнятся. Их тут будет всегда. Так, баба, давай. Хорошо, как в прошлый раз. Я подержу ее, а ты проходи. Идем. Ныряем. Почему-то да, тут нырнуть. Указывается. Пам-пам-пам. Поворачивайся. Пам-пам-пам. Поворот. Пам-пам-пам. Поворот. Раз, два, поворот. Атакуем. И вот так это добиваем. Причем тут камень даже иногда получается делать. Ножом. Пистолетом такого не прокатит. Все, чувак лег. Это довольно-таки гораздо проще делается, чем с пистолетом. Пистолетом они защищаются, отбивают твои патроны, ты их до хрена тратишь, потом патронов не дадут. А, это баба бежит. Я думал, кто-то за мной гонится. Так, у нас тут что? Не может нести больше патронов. Печально? Печально. Возможно, даже придется сюда потом вернуться. Попадаешь, они почему-то отойти от тебя далеко не могут, и ты их лопишь просто со спины, так проще. Так, но в самом начале, играя на компе, они довольно-таки много проблем создавали прям. Ну, слава богу, уже лучше. Так, тут у нас по идее ничего. Тут мобы будут, да. Только я их не вижу. А за него убил типа? Да нет, да. Откроется еще не. Пока мы их всех не замочим, баба. Нет, баба спустилась. Все, значит, тот умер с одного раза. Странно, но окей. Печально, конечно, то, что у меня розочек долбанул, но ладно. Не трагично. Вот тут моб будет. Да, здорово. Сильными прям ударами можно их мочить, почему бы нет? Тихо, ты куда? Там в баре побежал, что ли? А ты чё такой умный? Стоянно. Всё, лёг. Ну, разок бабу долбанул, ничего страшного. Было дело, у меня бабы гораздо больше коцали. Так, тут патронов много, но мне их не взять. У меня потому что все битком. То есть прям три пачки патронов мы тут оставляем бесхозными. Так.
Да, сюда я больше не заберусь никак. Жалко, я думал, можно будет потратиться. Ну, то есть, сейчас впереди тоже, естественно, будут мобы, и потом можно будет их как-то, ну, пострелять в них, чтобы чуть-чуть побыстрее дело было. И потом вернуться за патронами. Но нет, так не видит. Ладно, пойдем, женщина. Дай только выйти. Ну, в этих коридорах у нас вроде ничего не лежит. Так, пробежаться на всякий случай. Нет, пустота. Глухо, как в танке. И тут тоже ничего. Ладно, полетели. Причем тут даже не грех, вот здоровенный самых мобов мочить даже с ножа. Очень эффективная штука. Чуть-чуть подольше с ними приходится возиться, но ты не тратишь патроны. А это уже большой плюс. Так, сейчас мобы полезут. Вот эти вот каракатицы со всех щелей. Их тут будет 3 штуки. Первые вылезают вот здесь. Сидит на ступеньках здания мэрии. Кто бы это мог быть? Неизвестно. А, ну Хэллоуэй, это у них эти градообразующие ребята. Что здесь случилось? Где Эль? Господи, это же приемник Эль. Повсюду кровь, выжила ли она? Я должен ее найти. Ну, запросто. Бабу утащили. Плохо, конечно, что 3 пачки патронов. Ну, мне больше не помещается тупо в инвентарь. Максимум я 9 могу держать в обойме и 18 про запас патронов. Не знаю, сколько с дробовика собирается максимально. Так, мы очухались возле своего дома. Но я не думаю, что прям туда меня сейчас пустят. Давай смотрим по карте. Угу. По прямой идем. Отца. Алекс, Алекс, ты меня слышишь? Уиллер, are you all right? Ты в порядке? Hey, I've been better, but I'm
Эй, бывало и лучше, но я в норме. Ты нашел Эль? Да, она нас разделила. Я ее ищу. Где ты? Я выхожу из участка, чтобы найти Фитча. Слушай, нам надо держаться вместе. Встретимся в его офисе. Может, он знает где. Ок, встретимся там. Боже, я надеюсь, Эль цела. Так, у нас новая цель. Добраться до Мэя, до Фитча. У него там то ли какая-то частная клиника по косметологии, что-то такое. Примерно туда надо идти. А чё, ну я не такого? Тогда так, всё. Легла. Отлично. Подобить. Еще добиваем. И кольнуло. Так даже прикольнее, слушай. Прям башку я отрубил. Отлично. Кстати, на компе почему-то у меня казни вот не получались. Не знаю, в чем дело. Как это работает? Может быть, вырезали в этой части, ну, в этой версии на ПК, вырезали эту возможность? Может быть. Давай зайдем в мэрию. Там, я помню, дверь деревянными досками заколочена. Есть резон ее разбить. Посмотреть, что там. Топор-то у нас появился. Вот как раз вот на вот этих ребятах хорошо действует пистолет. Но так надо стрелять, когда он открывает свою будку. А, не успел. Они улетают в двух патронах. Вот и попал. Куда не попадаю. Ну это раскрылся, ты не хочешь? Короче. Задолбал ты меня, военный. Кто-то-тон. Прорубить. Не знаю точно, но по-моему мэрии больше. Сволочь. По-моему, в мэрии больше делать нечего. Что это такое? Проверить. Это мой великий-великий-великий дед Исаак Шеффорд. Он был одиноким. Он был одним из четверых основателей. И город был назван в его честь. Почему это находится не на стене? А, и все, да? Странно. Ну-ка, вот это можно двигать? Можно, там что-то есть. Толкнуть. А я получил детский рисунок. С другой стороны ничего нет. Мы тут, я смотрю, просто всю игру бегаем и детские рисунки собираем. Зачем, я пока не знаю. Но мне все-таки прикалывает, как он дверь открывает. Прямо очень отлично. Ножичек. Нож наше все тут. То есть в предыдущих, если в сериях это. Тихо. Никого. То есть, если в предыдущих сериях это была обязательно труба. Надавалась практически в самом начале. И чаще всего ты и пользовался. То тут это у тебя нож. Немножко переиграли понятия, ребят. Так, все, мэра нашего нет, он стула прокинут. Я утащили, походу. Ладно. В принципе, да, тут двигать нечего. Да и взять тоже. Ну, давай, давай мы, короче говоря. Нам еще по-любому сюда идти. Так, на всякий случай. На наличие мобов. Вдруг что-то изменилось? Нет. Все, тогда выходим и двигаем к этому Фитчу. Фитчу или Фличчу.
Хер его знает, короче. К нему идем. Так, нам просто прямо, короче, говоря. Собаки опять же респавнились. Моё-моё. Ну все, подохли. Ну так и наконец-то таки. Все, фанат, тут конец. Значит, не сюда. Да, не туда свернул. Блин, хреново то, что собаки догнали, они обычно меня не догоняли. Сколько раз тут бежал. Никогда они не успевали за мной. Отсцена. Эй! Эй! Простите! А тут переведено. Да, вы! Как будто в штаны насрало убегает. Доктор Фич? Что тебе нужно? Вы в порядке? Ничего не видно. Чья это кровь? Что вы сделали? Отойди от меня! Такой голос переводчика, ну вообще атас просто. Так, ну по-моему у нас тут еще какой-то моб должен вроде бродить. Где-то вот с этой стороны. Так, особо нарываться на него не будем, но нам по кровяному вот этому следу надо пройти. Я просто хочу осмотреться, что у нас тут может быть. Может какие-то патроны. Может быть что-то еще полезное. Все надо обязательно осмотреть. А, вот это вот чувак, он серьезный. От него лучше валить. Их только с огнестрела, вот этих вот. Мобов, похожих на акулу молота. Они потому что с ними я не знаю, как биться на ноже. На ножах. С ножом в руке. Короче, они жесткие. Так, ну это дело. Тут у нас закрыто. А, Юго-Восточный университет по рекомендации факультета медицинской школы, учитывая доверие, оказанное этому учреждению Конгрессом Соединенных Штатов, Совет попечителей Юго-Восточного университета жалует Мартину Фичу звание доктора медицины со всеми правами и почестями, которые к нему прилагаются, а также требованиями и ответственностью. Ясно? Грамота. Грамота Фича. Замок сломан, и тут закрыто. Ну ладно. Та-дам, я дома. А, Скарлетт Фич в своей спальне среди кукол. Такая убогая фотография. Как будто на нее кружку с кофе ставили. Много кукол. Угу. Тут, в принципе, ничего такого полезного. Я проходил вот этот момент на ПК. Тут было около 5 медсестер. Вот прямо вот на этой точке. Дальше вот этого момента я не проходил. Ну потому что у меня тупо не было патронов, как бы была куча медсестер. Замок сломан. Подожди, нет, наверное, я что-то не сделал. Они все равно должны появиться. Да, давай просто осмотрим. Комод, маленькая девочка, почему доктор Фич положил сюда свои вещи? Этот ящик закрыт. Ну, по инвентарю у меня ничего такого нет. Давай вот это посмотрим. Нет. Так, вот они, сестры. Вот они, родимые. Давай,
Подходи по одному. Не должны дверь открывать. Оба у нас тут сообразительные. Видимо, не очень. Прямо в новую дверь. Таких будет 5 штук. При уработали. Стреляешь гораздо удобнее, чем в предыдущих частях. Все, 9 патронов. Да. Целый батальон медсестер пришлось положить. Ну вот они отсюда первые все. Точнее, там, по-моему, штуки 3-4 были в коридоре. И целая толпа. Ну, 2-3, короче, вот именно вот в этой комнатушке. А если у тебя патронов нету, что с ними делать тогда? А они атакуют, они выносят сразу же. С ними надо очень аккуратненько биться в таком маленьком помещении. Дорогой мистер Фич, я был так расстроен, что вы пропустили собрание в четверг. Вы уже третий раз за месяц не появляетесь в указанное время. Я прошу вас пересмотреть свой график как можно скорее. Мы многого достигли за последние месяцы. Вы же понимаете, как важно продолжать лечение. Надеюсь вас увидеть в скором времени. Искренне ваш, доктор Слейтер, глава психиатрического отделения больницы Алхимия. Или Алхимия, кому как удобно. Так, ну что, у нас есть маленький ключик. Да, двери эти не откроются. А, инвентарь. Используем. Причем тут вот эта вот сыворотка, которая полностью отхиливает твое здоровье. Ну, это местная ампула. Они тут находятся прямо рядом с квестовыми предметами. Ты вроде хочешь предмет использовать, иногда юзаешь эту сыворотку. Это плохо. Он сказал жутко. Озвучили как жесть. Опять его поперло. Перебираемся в альтернативную реальность. Так, куколка. Кукла Скарлетт, где? Я получил куклу Скарлетт. Да, классная куколка. Я помню, как взял куклу из ящика. Что такого особенного в этой фарфоровой кукле? Мужик, вообще без понятия. Дверь законопатили. Ну, тут, наверное, вряд ли что-то можно взять. Обычно все такие предметы, и они сразу хорошо видны. Ладно, поехали. Слезть вниз. Брат. Угу. Только по прямой. Джош, стоп! Джош, стой! Наверное, подразумевали то, что я за ним прям побегу. Но... попробуем идти иначе. А то сейчас касцены и все такое не получится. Так, подожди, я, блин, походу реально по сюжетке бегу. Скорее всего, там будет закрыто, куда пацан свалил у нас. И надо будет бежать именно сюда. Что написано? Main entrance. Entrance. Карты нет.
Все. Тут тупик. Да, значит, я правильно бежал. Подожди, точно? Тут очень плохо лестницы прорисованы. Видишь, буквально метра полтора перед собой. Так, тут лестниц нету. Пошли дальше. Вот развилочка. Ну, давай сюда пройдем. Так, пики точеные, хуи дроченые, да? Перепрыгнули. Подожди. А вот сюда, если подняться. Все, тупик, отлично. Значит, перепрыгиваем. Ну, кстати, вот башкой крутил, самого персонажа крутить на компе вот удобнее в этом плане. Мышкой чуть пошустрее он управляется. Так, держимся. Залезай. Ни хрен на ней, ну подожди, у меня фонарь, да, фонарь включен. Ну-ка сюда. Выход. Ну давай, допустим. Пойдем сначала не на выход. Скорее всего, это обман. Выход тут просто так написан. Что-то очень шумно тут. Так, все, тут тупик. Погоди. Вот сюда можно перепрыгнуть. Давай на выход пойдем. Где-то он в этой стороне. Да. Выход, который выходом, да, не является. Все верно. Но надо было убедиться все равно. Мало ли. Может что-то лежит просто. Патронов, кстати, я вот уже израсходовал прилично. Да, и не туда. Нет, все правильно. Вот сюда. Так. И дальше. Игра, в принципе, тут никаких головоломок нет, ну, как бы головоломки есть, тут она прямая, как коридор. Сзади. Так. Стоять, стоять, мужик. Ладно, я люблю тебя. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Так, давай мы сначала похилимся. Потом берем ствол. Давай, дружок, иди сюда. Девочки. Так, а дальше-то что? Да, прыгнуть, короче, можно. Все равно мы уберем с собой. Слезаем. Оп, оп, оп. Даже приземлиться не успел. Патрон уберем. Сколько у нас в арсенале? 9 штук.
ниже. Сохранения давно не было. Но я думаю, если мы проиграем, то будем биться, начинать бегать отсюда, ну, где его вылечить начало. Так, смотрим. Туда, куда? Туда никак. Здесь не прыгнуть. Только вперед, ни шагу назад. Добираемся. Ощущение, как будто мы на сталелитейном заводе бегаем. Выход. Но тут не выход. Так, значит, куда-то можно дальше побежать. Угу. Здесь уже все. Давай спускаемся тут. Погоди. Чуть-чуть повнимательнее. Неохота патроны какие-нибудь пропустить. Так, но мне скорее всего вот туда. В ад с закрытыми глазами. Ну пойдем, пойдем пробежимся вот здесь где-нибудь. Вот, допустим, хилы. Кукла. Что это такое? Кто их здесь оставил? Да, это куклы, походу, твоего брата. А, не, подожди. Возможно, это куклы той девицы, за которой... Которую фотку мы видели. Че, никого нет? А, это просто вода. Ну, это пугающе капает, капает вода. Брательник. Бразер. Так, тихо. Меняем орудие. Ждем его тут. Он обязательно сюда подойдет. Раз. Двух патронов по нему летает. Если правильно выстрелить. Нужный или нет. Ну давай, дружище, раскрывайся. Не вижу, куда ходить. Дай поближе. Просто открылся. Вот, что и требовалось доказать. Пару раз точненько попадаешь в эти купыри и все. И он как бы подыхает. Я получил где-то рисунок. Ну, с обратных сторон тут ничего нет. Он же умер, да? Все правильно? Да, лежит спокойненько себе. Посапывает. Плохо видно. Ну да, мне явно не сюда. Тихо. Опа. Нет, просто колючая проволока. Не, ну слушай, это уже как-то немножко похоже на лабиринт, правда. Не очень запутанный. Я сейчас, надеюсь, стенками не придавят. Пожалуйста, не шумите. Я вообще тихо себя веду. Полезли вниз. Так, получше бы осмотреться. А, скорее всего, он круговой, да, коридор? Ну, пойдем так, пойдем направо. Карты нету. Либо я ее пропустил, либо просто ее нет. Не существует этой карты.
еще ниже, да? Ладно, давай два подернем. Потому что сдается вот это вот коридорчик, там где надо спрыгнуть. Это сюжетный коридорчик. Да, погоди, еще вот тут вот гляну. Да, вниз уже не спрыгнуть. Мы все ниже и ниже спускаемся. Да, похоже на Максон. Что и требовалось доказать. Тут прям больших развилок пока нету. Да может и не будет. Все-таки сколько уже игры-то пройдено. Так, можно перепрыгнуть вот сюда. Либо вот сюда. Давай так. И отсюда вот туда можно спуститься. Так, давай назад. Раз. Да. Вот так. И здесь тоже можно спуститься. А там еще ниже можно. Поэтому мы пойдем вот туда. Если там лестница, то, наверное, вот здесь тупиковая ветка. Блин, тут лестница. Ну давай полезли вниз. Возможно, я что-то пропустил. Либо можно с двух сторон спуститься, и неважно с какой. Возможно и так. Внутри что? Внутри высокое напряжение. Есть опасность удара, ожога и смерти. Ну да. Тут еще кто-то живет в каких-то коконах. Пролезть. А, вот где. Вот где пролезть можно. Погоди, нырять. Ныряльщик. Водоплавающий. Так. Монтировка. Погоди. Как она у нас бьет? Ну, не знаю. Наверное, это что-то между топором и ножом. Скорее всего. У этого замах подальше. Но будем пользоваться ножом. Все, закрыто. Ну, да, в принципе, получается, я верно пошел и получил монтировку. Правда, в такие ебеня, то что... Ну, окей. Че, орёт это? Орать не надо. А, вот лестница. Неприметно. Так, и нам вот сюда. Сюда. Прыгаем раз. Прыгаем два. Потом топим вот сюда. И здесь. Да, больше ходов нету. Тупо вниз. Полезли. Скорее всего, в конце вот этого уровня, ну, он уже когда-нибудь закончится, скорее всего, в конце этого уровня будет босс, и рядом с ним будет сохранение. Карту не дали, коридор прямой в основном, так что, скорее всего, так оно и будет. Все, ныряем. Тут ничего не лежит. Нет. Тишина. Внимание, сестринскому персоналу. Все препараты должны быть готовы до 9 утра. Ну, это альтернативный мир больницы. Это понятно. Коридоры какие-то. Катакомбы. Не знаю, как это объяснить еще.
У меня так это какой-то сталелитейный завод с вентиляторами. Кому-то жарковато. О, брательник, здорово. Давно не виделись. Я получил детский рисунок. Вот тупик. Угу. Что дальше? Вот это прорезать, да, можно? Нет. Нельзя. Я думал, туда надо. Вентиляторов больше стало попадаться на пути. Мне вот туда, который не крутится. Куда идем? Давай, прорезаем. Кровь брызнула на экран. Я кого-то поросенка зарезал. Так, ожидаемо. Там кто-то хрюкает. Все? Останавливаем пока, но дернем вот это вверху. Закрыто. Интересно, будет ли тут пирамид Хэт еще появляться? Я по кругу, да, прошел. Так, нам вниз. Определенно. Один вентилятор допустили, второй остановили. Причем по-быстренькому надо выходить отсюда. Потому что пуканчик может подгореть вот от этой вот решетки. Ну все, блин, по прямой. Вперед за братом. Тут выход, но как обычно, он наверняка не работает. Никто там за мной не идет. Так, я понял. Тут какая-то головоломка. Чтобы выход открылся. Скорее всего, за неправильное дергание рычагов меня будут наказывать выпаданием мобов. Так, это у нас что? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Ну давай дернем. Пятый. Запустился четвертый. Так, смотрим. Третий. С третьего я в пятый не попадаю. Давай, третий. Тормозим. Че, крякнуло? Никто не вылез. У меня в центр, это стопудово. Дверь выход не работает. Да. Так, у нас третий встал. Встал пятый. Второй. А там какой номер? Я не вижу. Первый. Но первый вообще не рабочий. Четвертый, а тут шестой. Шестой заработал, но пятый закрутился. Так. Я вот не пойму. Надо вот только по прямой вот это идти. Только так.
четвертый тормозим. Третий заработал. Потом включаем, по идее, шестой. Шестой заработал, пятый встал. Да. И теперь можно попробовать. Вот тут крайний дернуть. Вот это. Нет? Да, это тоже не заработал. Час. Так, да. Ну. Я думаю, сейчас бот будет. Не, пока только бра. Пока только бронер. Так, а тут... А, это площадка так. Первый раз глядишь, куда прыгать можно, а куда нельзя. На. Ну-ка, вот туда можно спуститься? Не, не перешагивает. Не хочется его. Ладно, пойдем за братом. Если это брат. Thank you.
Да, сейчас будет босс. Погнали. Говорим. Доктор, тебе нужна помощь? У вас течет кровь? Не трогай меня. Я истекаю грехом, но он отрастает снова. Я должен выпускать его каждый день. Я могу излечить рану, словно глупец. Но давай, я могу, смогу излечить рану. Я могу остановить кровь. Мне не нужна помощь. Этим ранам не зарасти. Что ты здесь делаешь? Я сюда пришел, чтобы вспомнить. Это единственное место, где она слушает меня. Кто слушает? Скарлетт? Она здесь? Она здесь со мной. Мое дитя, прекрасное дитя. Папа забыл принести тебе подарок сегодня. Она любит кукол. Что произошло со Скарлетт? Передай куклу доктору Фитчу. Да, передавай куклу. Она есть у нас. Кукла Скарлетт. Кукла Скарлетт, где? Где ты? Папа? Красота. Папа, ты, что происходит? Что тут творится? Что происходит? О, боже. Че, мутирует он? Такие дела. Что? Боже. О боже. Слушай, напомнила мне эту куклу с второй части фильма. Прости меня. Все, оторвали мне башку. Здравствуйте. Ну, что так орать-то? Так, да, попробуем. Thank you.
кажется, повнушительнее я урон ей наношу.
замочим мы обезьяну, это обязательно в следующей части. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.